Возможный отказ от сделки с Ираном ослабит позиции США, считает госсекретарь США Джон Керри. Хотя это и не случится сразу, очевидно, что если мы откажемся от этого плана, многосторонний режим санкций начнет разваливаться, давление на Иран сократится, и наши возможности влиять на переговоры уменьшатся или вовсе исчезнут, сказал Керри, выступая с программной речью по Ирану в Пенсильвании. Это путь к намного более слабой позиции США и намного более опасному Ближнему Востоку, добавил госсекретарь. По его словам, союзники США откажутся поддержать новые санкции, если Вашингтон добровольно откажется от сделки. Они не присоединятся к нам, если мы откажемся от сделки, для заключения которой и создавался режим санкций. И они не присоединятся к нам, если мы будем требовать еще больших жертв, угрожать их бизнесу и банкам из-за нашей собственной позиции, с которой они не согласны, заключил Керри. Конгресс США в сентябре рассмотрит договоренности с Ираном, как ожидается, выразит неодобрение сделки. Однако президент Барак Обама намерен наложить вето на подобную резолюцию, и у оппонентов сделки пока что нет достаточно голосов в Конгрессе, чтобы преодолеть вето. Иран и шестерка международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБО ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы.